что, всем привет! Сегодня у нас прошел очередной турнир по армджим-рестлингу. И что я вам хочу сказать, у нас новые рекорды, новые герои, новые лица. Поэтому смотрите, я думаю, вам будет интересно и надеюсь, что вам все понравится. Сейчас третий, да. Ну как, я поднял тот же вес. И я бы даже сказал, более уверенно, чем тогда. Вот. Я занимался вообще другими делами, поэтому я, как бы, в принципе, доволен собой. Слушай, ну у тебя... То, что ребята были посильнее, как бы, вообще красавцы, я рад за них. Ну, ты их смотивировал, мне кажется. Да, кстати. Они смотрели видео, они сказали, что они... Пришли за мой, ну, мой рекорд бить, грубо говоря. Зуб на тебя, зуб у всех армрестлеров. Поэтому, да, поэтому кайф. Новый рекорд у нас. У нас до этого был 72 килограмма, а сейчас уже 90 ты, получается, поднял. Ты вообще чем занимаешься-то?
Ну, честно говоря, занимаюсь я уже в среднем на лет 6-7. Часто пробовал все. Воркаут, бодибилдинг, пауэрлифтинг, кроссфит. Ну, в принципе, много сейчас занимался. Да, разумеется, занимаюсь около лет 5-6 занимаюсь. Ну, выступал, разумеется, тогда частично. Сейчас немножко пока ушел все-таки больше в спорт с головой снова. Но вот не забывай, езжу иногда на соревнования какие-то и выступаю. Ну, отлично. У нас в прошлый раз выиграл, больше всех поднял пауэрлифтинг. Да, знаешь, да. Но у меня это же так микс, у меня еще такое не было в жизни, а еще себя во многом. Главное развиваться всесторонне, я считаю, это самое главное. Правильно. Вот, универсалы у нас выигрывают. Хотя, с другой стороны, раз ты армрестлер, то, получается, взял все-таки реванш или ваши пауэрлифтинг. Все-таки есть опыт, конечно, в физическом движении, разумеется. Но еще сказывается то, что немного не восстановился после тренировок, немножко постреливала лучевая и связка локтевая. А так, в принципе, ну, доволен, конечно. Я не ожидал, честно, что так будет. Ну, но технику ты выработал, да, в трицепс? А честно, вообще борюсь в крюк. Просто как будто ситуация, когда уже кисть чуть не держит, приходится работать трицепс. Да. У меня так, в принципе, крюк трицепс получается в основном. Ну что, ты будешь еще участвовать? Обязательно, приеду обязательно. Буду подбежать свой рекорд, буду бить его, стараться и отрабатывать технику трицепс.